Максим родился в 2003 году. Молодой, черноволосый, серьезный парень всерьез задумывается о будущей профессии. Хочу закончить школу, пойти на автослесаря или автомеханика. Максим мечтает создавать и ремонтировать машины. И в доказательство тому уже даже есть первый опыт – разобранный автомобиль «Москвич». Максим любит смотреть исторические фильмы и слушать музыку. А чтобы быть всегда в форме, Максим довольно сильно и уверенно боксирует и с легкостью на тренажерах берет вес 35 кг. Но в таком сдержанном и серьезном парне видно волнение. Он спешит все показать, все успеть, ведь его заветная мечта – обрести маму и семью, которые будут к нему добры и всегда ему помогут. Ну, добрую. Чтоб любила своих детей. Чтоб помогала своим детям. В спорте парень предпочитает футбол. Ему нравится быть в команде как нападающим, так и защитником. А любимый футболист – Месси. На улице Максим набивает мяч ногой, забрасывает с ловкостью его в кольцо и виртуозно крутит мяч вокруг себя и на пальцы. Желаем Максиму побыстрее встретить своих любящих родителей.